А в Америке есть какие-то клубы для русских, куда вы ходите? Или это вот иммигрантская история, это не про вас, вы в параллельном пространстве? Нет, вы знаете, про меня. Я люблю очень русские рестораны. Очень люблю. Мне очень нравится. Я в душе абсолютно такой совок. Я люблю русскую пищу, я смотрю русское телевидение, я смотрю русские фильмы. Русское телевидение, в смысле, вот из России или местное русское телевидение, которое из Нью-Йорка? Нет, из России. Почему? Из России также. Вот. Ну, там же в Нью-Йорке есть вещание, там многие коллеги работают. Есть везде, и в Лос-Анджелесе. Ну, слушайте, сейчас в наш век уже цивилизации, ты можешь просто с интернета смотреть все. Нет, вообще, я имею в виду, что есть же студия в Нью-Йорке, есть, конечно, русскоязычная, есть, где много наших бывших коллег работают. Есть они... RTVI, по-моему, да. что-то такое вот, называется. И я в Лос-Анджелесе с удовольствием хожу по русским местам и в выходной день люблю выйти в ресторан Романов, послушать музыку русскую. Ну, в том числе с удовольствием, потому что вас узнают, вас оцифровывают. Да нет, ну что вы, что думаете, мне прям нужно, чтобы меня узнавали? А почему нет? Почему нет? Это нет, ну не на этом этапе уже. Это когда-то, когда вы, слушайте, у всех это есть уже такой, пройденный этап. Это пройденный этап. У всех есть такой период, да, когда ты снялся в каком-то фильме, это начало твоей творческой карьеры, и ты не понимаешь, почему тебя еще никто не узнает, и ты ждешь этого там от каких-то людей. Ну, конечно, потом это проходит, и ты к этому привыкаешь, и вообще начинаешь уже осознавать, как чуть по-другому. Иногда даже надоедает, иногда просто, ну, это все зависит, опять же, от проекта. Вот вышел сегодня проект, тебя все узнают, потом он раз, чуть забывается. А вот поэтому вы... я готов уже к тому, что тебя никто вообще узнавать не будет. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».